Dear devotees, friends, guests, well-wishers, Кришна, дорогие друзья, преданные, благожелатели, children, Hare Krishna. So we are gathered here together today to celebrate the auspicious occasion of Shri Govardhan Puja. Так сегодня мы собрались для того, чтобы праздновать очень благоприятное событие, которое называется Govardhan Puja. This is one of the childhood pastimes of Lord Krishna in Vrindavan. Это одна из детских игр Господа Кришны во Вриндаване. And it is also one of the biggest Vaishnava festivals of the year. И это один из самых больших вайшнавских фестивалей в году. It takes place during the auspicious month of Kartik or Damodar. И этот праздник, он происходит в очень благоприятное время, в месяц Картики или месяц Дамодара. This month itself is considered to be the most auspicious month of the year for spiritual advancement. И этот месяц сам по себе, он является очень-очень благоприятным, самым благоприятным с духовной точки зрения месяцем в году. Therefore, many devotees, many pilgrims go to the holy land of Vrindavan during this month. И поэтому очень много преданных и паломников в это время отправляются во Вриндаван для того, чтобы совершать там прихоти. Both from around India and nowadays from all over the world. Со всей Индии, а в наши дни со всего мира преданные съезжаются во Вриндаван. This is of course phenomenon of devotees coming from many countries of the world to holy places in India like Vrindavan and Mayapur has only occurred during the last 40-50 years. И на самом деле это очень феноменально, это необычная вещь, и то, что со всего мира люди приезжают во Вриндаван. И это случается последние, только последние 40-50 лет. Due to the exceptional preaching work of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is the founder Acharya of our International Society for Krishna Consciousness. И это начало происходить, это стало возможным благодаря исключительной проповеди, которую совершил основатель нашего движения Сри Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Lord Krishna himself appeared on this planet in Mathura Vrindavan around 5,000 years ago and performed many pastimes such as Govardhan Lila. И сам Господь Кришна, он около 5000 лет назад явился в этой области Мадхура Вриндаван, современной Индии, и совершал там очень много игр. И одна из таких игр, как поднятие холма Голгофу. Around 500 years ago, Lord Krishna incarnated again in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И около 500 лет назад Господь Кришна снова не зашел в форме Господа Чайтаньи Махапрабху. And Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Mayapur, which is in a modern state of West Bengal. И Шри Чайтанья Махапрабху, он явился
в таком месте под названием Майяпур, которое располагается в современной Западной Бенгалии. And he began the Sankirtan movement, the movement for congregational chanting of the holy names of Krishna. И он начал движение санкиртаны, то есть движение совместного воспевания святых имен Господа Кришны. He began that movement in Mayapur, Navadvipa. Он начал это движение в Майяпуре, в Навадвипе. And then at the age of 24 he accepted the ninth order of life and made his headquarters in Sri Jagannath Puri. И в 24 года он принял отреченную от жизни и поселился, сделал свои постоянные жительства Шри Джагнатха Пури. He traveled all over India, distributing his Sankirtan movement. Он путешествовал по всей Индии и распространял это движение санкиртан совместного спектакля. И также он посещал Шри Вриндаван Дам. And there he performed Prakrama of the sacred hill Govardhan. И когда Господь Чайтанья посещал Вриндаван, он совершал парикраму вокруг священного холма Говардхана. And he kept with him a stone or shila from Sri Govardhan. И он взял с холма Говардхана небольшой камень или шилу для того, чтобы поклоняться ему. And he considered that Govardhan shila to be not different from Krishna himself. И он считал эту Говардхан шилу не отличной от самого Кришны. And often in the mood of Srimati Radharani, feeling separation from Krishna, he would cry and he would touch that Govardhan Shila to his heart. И часто в настроении Шримати Радхарани, находясь в разлуке с Кришной, он плакал и находясь в этом состоянии разлуки и прижимал этот камень Говардхана к своей груди, к своему сердцу. Chaitanya Mahaprabhu predicted that the chanting of the holy names would spread to every town and village of the world. И Господь Чайтанья, он предсказывал, что это движение санкиртаны распространится по всему миру, в каждом городе будет, в каждом деревне. And he also predicted that in future a great Senapati Bhakta, or a great general among the devotees, would travel all over the world to spread Krishna consciousness. И также это было предсказание Господа Чайтаньи, что великий преданный Господа, генерал, на самом деле, среди преданных, будет путешествовать по всему миру и распространять движение санкиртаны Господа Чайтаньи. So we understand that personality to be His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Из истории теперь мы уже можем понять, что это великая личность, это был наш возлюбленный духовный учитель А.С. Бхактивинанда Свами Шрила Прабхупада. He is a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Он ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Who told him to spread Krishna consciousness in the English language and distributed all over the world. И он дал наставление Шри Прабхупаде распространять движение санкиртаны на Англию в англоязычных странах. So Srila Prabhupada, at the advanced age of 69, departed to America. In 1966, he registered the International Society for Krishna Consciousness. И в 1965 году
Шрила Прабхупада в пожилом возрасте, в возрасте 69 лет, отправился в Америку, и в 1966 году он уже зарегистрировал Международное общество сознания Кришны. By his vigorous preaching efforts, the movement spread very rapidly in the Western countries, in America, in Europe, in Australia, South America. И благодаря его могущественной проповеди движение Санкиртаны распространилось в Южной и Северной Америке, в Европе и во многих-многих других странах мира. And Srila Prabhupada also visited the former Soviet Union in 1971. He stayed in Moscow for about 5 days. И также Шрила Прабхупада, он посетил в свое время бывший Советский Союз, и он пробыл в Москве где-то около 5 дней. And there he met one boy who he instructed about Krishna consciousness, and later that boy became an initiated devotee. И там он повстречался с одним молодым человеком, которого он познакомил с сознанием Кришны, и позже вот этот молодой человек стал его учеником. And that boy began to, on the instruction of Srila Prabhupada, he began to teach Krishna consciousness in the former Soviet Union, including here in Ukraine. И этот молодой человек по наставлению Шрилы Прабхупады, он начал обучать людей из страны науки сознания Кришны, и также частью тогда этой страны была Украина. So nowadays we see there are many devotees here in Ukraine, I think at least 10,000 practicing devotees. И сейчас мы можем видеть через вот этот промежуток времени мы можем видеть много преданных в Украине, думаю, где-то около 10 тысяч практикующих, серьезно практикующих преданных. And many other devotees who are visiting the centers time to time practicing Krishna consciousness. А также много других преданных, которые время от времени посещают наши храмы и благоприятно расположены. And Srila Prabhupada also brought his Western disciples to India and established many important projects there. И также Шрила Прабхупада, он привез очень много своих учеников в Индию, и там очень много сделал важных проповеднических проектов. Especially in the holy places of Mayapur, birthplace of Lord Chaitanya and Vrindavan, where Lord Krishna performed his childhood pastimes. В особенности он много сделал важной работы в вот этом месте явления Господа Чайтаньи в Майяпуре, а также в месте явления игр детских игр Господа Кришны в Вриндаване. Вриндаван, as we know today, was especially developed by the Госвамис, the principal followers of Lord Chaitanya. Как мы знаем, это место Вриндаван, оно было развито благодаря деятельности последователей Господа Чайтаньи, это 6 Госвами. They established the most important temples like Radha Govinda Mandir, Radha Madan Mohan, Radha Damodar, and Radha Raman, many other important temples. Они установили, построили очень много основных храмов во Вриндаване, такие как Мадан Махан, Радха Дамодар, Радха Говинда, Радха Раман, храм Радха Рамана и много других храмов. Also the grand spiritual master of the Lord Chaitanya, Madhavendra Puri, established
a temple of Gopal at Govardhan. И также дедушка, учитель Шри Чайтаньи Махапрабху, Мадхавендра Пури, он установил храм Господу Гопалу на Говардхане. So the holy place of Vrindavan and Govardhan, these are very important in the history of Gaudiya Vaishnavism and in the lives of all the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому для последователей Шри Чайтаньи Махапрабху эти святые места, Вриндаван и Говардхан, они очень-очень ценны и очень важны. So, the pastime of visiting Govardhan Hill occurred during Krishna's childhood years when he was around 7 years of age. Вот эта игра лила, когда Кришна поднял Ом Говардхан, она случилась в ранние годы, Кришна в детские годы, когда ему было около 7 лет. According to Srimad Bhagavatam and other ancient Vedic literatures, the Supreme Lord himself, in his original form, is a cowherd boy, Tuak on cowherd boy, who enjoys playing on his flute and having many pastimes with his cowherd boyfriends and cowherd girlfriends. In многих древних священных писаниях подтверждается, что изначальная Верховная Личность Бога, Кришна, который является пастухом и который наслаждается, который имеет другую форму, который наслаждается игрой на своих лейте и наслаждается взаимоотношениями со своими друзьями, пастушками и пастушками. And during these pastimes, he performed many superhuman acts. И он явился и совершил множество сверхчеловеческих деяний. So this lifting of the gigantic Govardhan Hill is one of the most important and famous. И вот это вот поднятие огромного гигантского холма Говардхан является наиболее известным и наиболее важным действием. Once the cowherd boy Krishna saw his father and the other older cowherd men of Vrindavan were preparing to perform a special sacrifice for the demigod Indra. Однажды Кришна и его пастушки, мальчики-пастушки, друзья, они увидели, как Нанда Махарадж, дед Кришна, и старшие пастухи, его друзья, родственники, они собирались провести жертвоприношение для удовлетворения полубога Индры. Indra is considered to be the king of the heavenly planets. Индра — это личность, которая является царем высших райских планет. We should note that there are unlimited universes in the material creation, and in each and every one of them there are heavenly planets and hellish planets and medium planets. В этой связи хотелось бы заметить, что существует бесчисленное количество, миллионы вселенных. И в каждой вселенной есть высшие планеты, средние планеты и низшие адские планеты. So there are Indras in every universe. И Индра, какой-то как пост, существует в каждой вселенной. And beyond the material universe in the spiritual world. И за пределами вот этих материальных вселенных располагается духовное небо, духовная вселенная, which is much larger than all the material universes put together. Которая гораздо больше, чем все материальные вселенные вместе взятые. And there the Supreme Lord Krishna resides on his spiritual planet of Goloka Vrindavan. И
там Господь Кришна, Он постоянно находится на своей духовной планете, которая называется Галока Вриндавана. And there are unlimited spiritual planets where the Lord is expanded in different forms, different kinds of Vishnu forms, four-armed forms, and other kinds of spiritual planets where He lives with His devotees. Также существует очень много других планет, на которых Господь обитает со своими преданными в разных своих проявлениях, четырехрукий Нараяна и другие формы. And all these material and spiritual planets are emanating from Krishna. И все эти духовные и материальные планеты Вселенной, они эманируют из Кришны. Everything emanates from me, all the material and spiritual worlds. Кришна в Бхагавад-гите произносит этот стих. Он говорит о том, что все сущее происходит из меня, и материальные, и духовные миры. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. И мудрые люди, понимая это, поклоняются и служат мне со всей любовью, со всем сердцем. So, since Krishna is the source of all the material and spiritual universes, lifting a hill like Govardhan is not very difficult for him. И поскольку Кришна, Он является источником всех и материальных, и духовных миров, то такое действие, как поднятие холма Говардхан, не является слишком сложным для него. So seeing that his father and friends were preparing for this sacrifice, Krishna asked them, what's the purpose, father? И видя, как старшие пастухи вместе с Нандой Махараджем, они собирались проводить жертвоприношение Индре. Кришна и пастушки, Кришна спросил у них, какой смысл, зачем вы собираетесь проводить это жертвоприношение. His father replied, we are covered men, so for our livelihood we depend on the cows giving plenty of milk. И отец ответил, ну мы пастухи, в принципе, мы зависим от, наша жизнь зависит от животных, а животные, они зависят от дождей, которые посылает Господь Индра. Животные зависят от травы. So the cows require plenty of fresh green grass. И телята и коровы, они кормятся свежей травой. And for that purpose we require plentiful rainfall. И для того, чтобы трава росла, нам нужны дожди. And therefore we are performing this sacrifice to please the Indra so that he will give plentiful rainfall. И поэтому мы совершаем это жертвоприношение для удовлетворения Индры, для того, чтобы Он посылал нам дожди. И если будет много травы, коровы будут полные и будут давать очень много молока. And then we can make all kinds of milk products, butter, ghee, yogurt, many kinds of milk sweets. И таким из молока мы можем сделать очень много ги, можем много сделать йогурта, много сладостей. Вот. We can sell them, we can barter them, and in this way we'll become wealthy and we can live very nicely. Мы можем их продавать, мы можем обменивать их на что-то, другие продукты, и таким образом мы можем очень хорошо жить. But Krishna, being a charming young boy, he discussed with his father that actually it was a long discussion, philosophical discussion, but ultimately Krishna said that the green grass comes from Govardhan Hill. И Кришна, он вступил
со своим отцом очень длинное философское обсуждение по поводу того, от чего мы зависим и от чего зависит трава. И он сказал, что трава, в конце концов, это было длинное обсуждение, но в конце концов он сказал, что трава, на самом деле, она благодаря Хавардхану, So better instead of performing a sacrifice for Indra, better you worship over down the hill. Поэтому вместо того, чтобы Индре поклоняться, давайте лучше будем использовать это жертвоприношение в виде приготовления для того, чтобы поклоняться Хавардхану. Yes. Govardhan, he said, it's a personality. Он сказал, что Хавардхан — это личность. And if Govardhan is pleased, he will give an abundance of green grass. И если Хавардхан будет доволен, он даст очень много свежей травы. In any case, Indra has to give rain. That's his duty as a demigod. И в любом случае Индра, он должен давать дожди, потому что это его обязанность. So better worship Govardhan. Поэтому давайте будем лучше сейчас поклоняться Хавардхану. So the cowherd men were very charmed by Krishna. И пастухи, они были очень очарованы Кришной. And they performed a very nice ceremony to worship Govardhan Hill. И они совершили очень прекрасно церемонию поклонения Хавардхану. Offering all kinds of delicious foodstuffs to Govardhan. Они начали предлагать Хавардхану множество вкусных блюд. And Krishna himself took a huge form to show that he is non-different from Govardhan. И Кришна в ходе этого поклонения он принял огромную форму и показал всем. He was eating all the offerings of foodstuffs and sweets. И все вот эти подношения, которые пастухи приготовили для Хавардхана, Кришна начал поглощать. After finishing, he said, "Anior, anior, bring more, bring more." И когда он закончил все, съел то, что они приготовили, это было очень много пищи. Он начал кричать, "Anior, anior, давайте еще." So the cowherd men, the people from the nearby villages brought more and more and more delicious foodstuffs and milk products and milk sweets and Krishna eating all in the form of Govardhan. И пастухи начали носить из ближайших деревень, они начали носить еще больше молочных продуктов, зерновых, и стали они предлагать это все Кришне в форме Говардхана. So this made Indra angry. И это стало известно Индре, и Индра стал очень разозлился, очень. I am the king of heaven. I am the most important person. He thought. Он начал думать, я важная личность, я повелитель высших планет. That sacrifice was meant for me. И это жертвоприношение, оно ж не предназначалось. Who is this small boy Krishna who has diverted the attention of the cowherd men? И кто этот маленький мальчик Кришна, который привлек внимание пастухов? He is insignificant and they are fools. Он ничего себе не представляет. А эти пастухи, они глупцы. I will punish them. Надо их наказать, я их накажу. I will flood Vrindavan. Я затоплю Вриндаван. So therefore he sent very powerful rain clouds, such as some Vartaka cloud. И он послал очень множество таких туч, тайфунов. И одна из таких туч — это сам Вартака. And instructed them to flood Vrindavan with torrents of rain and hailstones. И сказал этим людям, чтобы они затопили Вриндаван и забросали его градом.
accompanied by thunder and lightning. И все это сопровождалось страшным громом и молниями. And so these clouds obediently followed his instructions. Эти тучи, они очень строго следовали наставлениям Индры. So there was torrential downpours of rain. И там был, то есть, очень серьезная такая циклон, так сказать, очень сильный. And gradually the flood waters began to rise. И постепенно вода начала подниматься. So the Khyber community became a panic. И эти пастухи преданные, которые жили во Вриндаване, они начали паниковать. But Krishna said, do not worry. Но Кришна сказал, не беспокойтесь. Indra, he is not so powerful. Индра, он не такой могущественный. And Krishna therefore lifted the whole of the huge Govardhan hill with the little finger of his left hand, which is the most, which is the weakest part of our body. И Кришна он поднял этот огромный холм Говардхан самой слабой частью, считается человеческого тела, поднял этот холм левым мизинцем левой руки. And he invited all the cowherd men and women and all their cows and other animals to take shelter under the hill. И он созвал, пригласил всех пастухов, пастушек, коров, всех обитателей Вриндавана спрятаться под этим холмом, зонтиком холма. So they were very happy to do so, and they were dry and protected from the rain and thunder. И они были очень счастливы, и они были защищены от этих дождей, града, молний и этих бурь. Indra tried with all his strength to flood Vrindavan for a full week. И всей своей силой Индра пытался затопить Вриндаван в течение целой недели. But he was not successful. Но он был неуспешен. And finally he realized, I have made a serious mistake. И в конце концов он понял, что он совершил серьезную ошибку. That I am insignificant in comparison to Krishna. Я незначительный по сравнению с Кришной. Therefore he stopped trying to flood Vrindavan. Поэтому он остановился от этой деятельности, затопления Вриндавана. And when it stopped, then Krishna told the cowherd community, go about your usual business, and he put back Govardhan Hill in its original position. И когда эта буря прекратилась, то Кришна сказал пастушкам, чтобы они возвращались к своим повседневным делам и поставил их на место. And then Indra, King Indra, humbly came before Krishna to apologize. И затем Индра, он в смиренном состоянии приблизился к Кришне для того, чтобы извиниться. First, before, in front of him, he brought, or he sent in front of him Surabhi cow, because he knows Krishna is very affectionate to cows. И перед тем, как самому приблизиться к Кришне, он послал, как он пришел вместе с коровой Сурабхи, которая прежде перед Индрой она начала общаться с Кришной, обратилась к Кришне с молитвами. And then he himself humbly bowed down and apologized and offered many beautiful prayers to Lord Krishna. И когда таким образом он немножко скричил как Кришну с помощью коровы Сурабхи, и он сам предложил ему поклоны и свои извинения, и предложил очень много прекрасных молитв Кришне. So being very merciful, Lord Krishna kindly forgave him. И будучи очень милостивым, Господь Кришна простил его. Because Indra is also a devotee. Потому что Индра также предан. The demigods are all devotees. Уже полубоги они также являются преданными. They have responsibility to manage the affairs of the material universe.
у них они имеют ответственность заниматься менеджментом разных, то есть они управляют стихиями в этом понимании. Но они обычные живые существа. Spirit souls. Души. Just they have some important positions. Like in any country, there are government ministers. Просто они занимают положение, они наделены определенным могуществом, как, например, в другой стране есть какие-то министры, цари и так далее. Sometimes they may become a little bit proud due to having high position. И иногда они могут возгордиться, потому что это положение, высокое положение, оно обуславливает. So they may make mistakes, or they may be forgetful that ultimately they are dependent on Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Поэтому они могут забыться и подумать, что в конце концов они могут забыть это, что в конце концов они зависят от Кришны. So sometimes Krishna has to teach them a lesson. И иногда Кришне приходится преподавать урок. In order to that they can understand they are not so important. Чтобы они могли понять, что они не такие уж важные. And that their duty also is to serve the Lord and to serve the other living entities. И когда-то надо служить Господу и служить другим живым существам. So Indra, he learned his lesson. И Индра, он прошел, то есть он принял этот урок. Again, dedicated himself to perform his duty very nicely in the service of Krishna. И снова начал выполнять свои обязанности правильным образом в служении Кришне. And Krishna showed his unlimited transcendental powers. И Кришна, он таким образом в этой игре продемонстрировал свою безграничную духовную силу. How even the Supreme Lord can enjoy himself as a small cowherd boy. То есть таким вот образом Господь он может наслаждаться, как маленький мальчик-пастушок. But at the same time he can perform superhuman acts like lifting a huge hill. Но одновременно с этим он может совершать такие суперчеловеческие поступки, как поднятие холма Гавардхана. Для того, чтобы защитить своих преданных. Потому что Кришна, он любит своих преданных, и он защищает своих преданных. И также он в этой игре показал, что он не отличен от холма Гавардхана. Therefore the devotees perform pilgrimage, they go to Vrindavan, they circumambulate Govardhan Hill. И по этой причине преданные в наши дни и во все времена, они отправляются в паломничество во Вриндаван, к холму Гавардхану и обходят вокруг холма Гавардхана. All the while chanting the holy names of Krishna. And Krishna also has many names which describe this particular pastime. И также Кришна, он имеет множество имен, которые связаны с этой игрой. Like Giriraj, the king of the hill. Это одно из таких имен, как Giriraj, это царь гор. Giridhari, lifter of the great hill. Или Giridhari, тот, кто поднял Говардхан. Or Govardhan Dhari, also the lifter of Govardhan. Или Говардхан Дхари, Govardhan Gopal, the cowherd boy of Govardhan. Или Говардхан Гопал, пастушок Говардхан. And on the auspicious occasion every year of Govardhan Puja, worship of Govardhan, the devotees make a huge hill of foodstuffs, rice and other foodstuffs. И каждый год преданные отмечают это событие и проводят такой вот фестиваль, праздник, и они сооружают из
пищи, из риса, из других видов пищи, они сооружают пол золота. Many preparations, many sweets. Много множества сладостей они используют. And this hill is worshipped by offering different items, and then all the devotees circumambulate the hill, chanting the holy names of Krishna. И затем этому холму проводится подношение, предлагают множество благоприятных ингредиентов, огонь, благовоние, цветы и так далее. И затем преданные все вместе входят вокруг этого холма, воспевая святые имена Кришны. Begin the worship and circumambulation of Sri Govardhan Hill. И сейчас это время вайшнавского. Сейчас мы будем проводить эту церемонию поклонения Говардхан. All the time chanting the holy names of Krishna. Постоянно воспевая святые имена при этом. After which there will be distribution of Krishna prasada. И затем будет раздача Кришна. Спасибо большое. Шри Говардхан Пуджа Махамахасива Ки.